Привет всем любителям научной фантастики. Предлагаю прослушать обзор к американскому сериалу «Другая жизнь». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. «Другая жизнь», первый сезон. Ближайшее будущее. Ученые не оставляют надежды найти жизнь за пределами Земли. Найти и наладить связи с внеземными цивилизациями. Вот главная и единственная задача Ники Брэкенридж. Девушку-астронавта отправляют в 10-серийное путешествие, в ходе которого она обнаружит инопланетный артефакт и попытается найти тех, кто предложил к его появлению руку. Впрочем, дальнейшие изыскания Ника и ее команды приведут их к мысли, что их полет все больше похож на поездку в один конец. Главную роль отдали Кэти Сакхоф, которой совсем не страшен открытый космос. Ведь актриса бороздила космос в течение нескольких сезонов на звездном крейсере «Галактика». Идея проекта принадлежит Аарону Мартину, работавшему над сериалами «В надежде на спасение» и «Деграсси. Новое поколение». Исполнительным продюсером проекта будет Норин Хальперн. В ее послужном списке мини-сериал 2017 года «Она же Грейс», «В надежде на спасение», «Копы-новобранцы», «Тайны Хейвена». Актеры: Джейк Эйбл, Кэти Сакхоф, Сэмюэл Андерсон, Сельма Блэр, Александр Эллинг, Тайлер Хэклин, Блю Хант, Элизабет Ладлоу, Алекс Озеров, Джейр Тинако и другие.